я не помню, у нас есть или нет, фонтан четырех рек на Пьяцца Навона. Ну, посмотрите, это потрясающий красоты фонтан. Возле него всегда тоже толпы туристов. И мы когда смотрели его, были рядом, бросали монетку. Но мы были в такое время, когда не жарко и очень хорошо. И вы знаете, до сих пор вот такое ощущение живого тела. Вот еще раз покажи нам про Зерпину. Это скульптура, которую заказал Сципион Боргезе, Джан Лоренцо Бернини. Посмотрите на эту плоть. Вы скажете, что это мрамор. А мы с моей группой были в галерее Боргезе и видели это живьем. Вот так. И это было потрясающе. То есть скульптуру обходишь по кругу, ее надо смотреть, меняя точки зрения. И вот все время у тебя такое ощущение, нет, это не мрамор, это живое. Вот она сейчас или вырвется, или он ее еще плотнее возьмет, но невозможно. Это абсолютная достоверность этой работы. Вы понимаете, какие гонорары были у Джан Лоренцо, поэтому даже крупные гонорары Леонардо и Микеланджело меркнут в лучах заработков Джан Лоренцо Бернини. Ну и теперь самое время поговорить о более близких временах. Мы пролистываем Рембрандта, потому что не успеваем. Осталось полчаса. Давай. Ротко. Ротко. Интересно, правда? Эта картина называется «Королевский красный и синий». Она продана в 2012 году. За 75, как вы думаете, миллионов долларов. За 75 миллионов долларов. Я не комментирую, почему. Это надо рассказывать отдельную тему Марк Ротко. «Бал Мулан де ля Гале». Это картина Пьера Огюста Ренуара. Написано в 1876 году. Ренуар, видя, какой умный все-таки человек был Ренуар, он видел, какой огромной популярностью пользуются его портреты, как публика жадно их покупает, и он сделал две этих картины. У него не одна, а две. И эта картина, которая не является, потому что первая картина находится в Дорсе, ее не купить, не продать невозможно. А вот вторая картина была, так сказать, была возможность ее продать на Сотбис. 78 миллионов долларов. Дальше. Бирюзовая Мерлин Энди Уорхол продана за 80 миллионов долларов. Ты покажешь? Портрет доктора Гаше Винсент Ван Гог. 82 миллиона долларов. Портрет Адели Блок-Бауэр Густава Климта. 87 миллионов долларов. И, наконец, человек, который перешагнул сотку. Мальчик с трубкой Пабло Пикассо. 104 миллиона долларов. Вы понимаете, да, что мировое искусство тех имен, которые вошли в историю и которые остались в ней навсегда, на аукционах и между коллекционерами, когда один коллекционер может предложить это кому-то другому, возникают сумасшедшие цифры. Но эти цифры возникли не только в наше время. Я вот сейчас новую книгу пишу, и я копнула очень интересный пласт. Мне было интересно, потому что эта книга будет о импрессионизме, импрессионизм в разных странах. И вот мне был интересен вопрос, как котировались картины Клода Моне, учитывая, что в Париже, в Оранжери, есть целый зал, где представлены кувшинки Клода Моне, и упросил
подарить эти кувшинки Франции, премьер-министр Франции Клемансо. Они дружили, Клемансо дружил с Клодом Мане. И он уговорил своего друга сделать вот такую серию кувшинок. Поэтому в оранжерее, если будете в Париже, очень советую прийти только ради кувшинок, уже не говоря о том, что там потрясающая коллекция Вальтера Гийома. Но это еще не самый писк по Мане. Значит, когда Мане поселился в Жаверни, Клемансо стал к нему возить всяких потенциальных клиентов, людей, которые способны оценить и купить его работу. И самыми такими, я бы сказала, такими затятыми, я не могу русского эквивалента найти, людьми оказались японцы. Японцы, которые увидели произведение Мане, которых он совершенно покорил. У них была взаимная любовь, потому что вообще любовь к японцам у Мане возникла тогда, когда он поручил кухарке своей, у него кухарка была совершенно безрукая, она все время била посуду. И вот он ее послал в посудную лавку купить еще посуды, потому что все, что можно было перебить, она перебила. И кухарка принесла посуду, завернутую в оберточную бумагу. Это был японский фарфор, который, ну, такой массового производства. И кухарка хоть была с дырявыми руками, но зато с мозгами. Она понимала, что художнику Клода Мане не абы какую чашку, а лучше японскую. Он тогда сердиться не будет за то, что она перед этим расколотила. И вот разворачивает Клод Мане эту чашку, и выясняется, что они завернуты в гравюры у Тамара. И он тогда набрал этой упаковочной бумаги очень много. У него огромная коллекция Хиросиги, Утамара, Хакусая и так далее. В Японии это было недорогое дело, и они во Францию, не только во Францию, во всю Европу, в Голландию заворачивали в эти гравюры все, что им было надо. И вот так началась коллекция японских гравюр Клода Мане. Он обожал японцев, а японцы обожали его. И вот однажды к нему в Жаверни Клемансо привозит японского выдающегося бизнесмена, мега богатого человека, мы бы сейчас сказали не миллионера, а миллиардера, который смотрит на картины Мане. Этот человек никогда вообще искусством не увлекался, не интересовался, он вообще судостроительный магнат был. Он строил какие-то невероятные верфи и занимался, значит, судостроением, и был совершенно далек от искусства. Но когда он попал в Жаверни и увидел Мане, ему показывал свои серии. Руанские соборы, тополя, стога, скалы в Бель-Иль и так далее. Этот японец совершенно сошел с ума. Он понял, что он без этих картин вообще жить на свете уже дальше не может. И он предложил Мане, чтобы тот ему продал все, что он ему только что показал. То есть все, что он видел, он хотел, чтобы это... Он сразу придумал, что он в Токио откроет музей современного искусства с видом на Фудзияму. И этот музей будет называться «Художественный музей наслаждения». Частично это осуществилось, но не все в Токио, есть еще на острове Кюсю. Ну, в общем, куплено было. Знаете, какую он сумму предложил нам? 1 000 000 франков. По тем временам неслыханная сумма. То есть, если мы говорим о франках, чтобы вам было просто понятно. За 30 франков в месяц, я про Францию все понимаю, я там бывала неоднократно и все хорошо соображаю. За 30 франков можно было прожить месяц в Париже. За 30 франков. Что такое 1 000 000 франков? И во времена Мане, а не 70-е годы прошлого века. То есть, это беспрецедентная история.